Так, сегодня очередная распаковка, но я уже распаковал. Вот пришел адаптер HDMI на VGA. И плюс еще выход на звук. Заказывал я для игровой приставки. Вот такой старый. У которой выход HDMI. Где он там? Ну тут даже без разницы, какой выход есть. Главное дело в том, что у меня нет телевизора. А чтобы подключить монитору и был звук, мне надо было такой переходник. Когда я ходил раньше по магазину, спрашивал, как его можно сделать. Мне все говорили, что невозможно, нет таких переходников. В итоге мне подсказали потом люди, которые не работают в магазинах. Ну, в Китае заказал за 227 рублей. Я еще не проверял, но мы таким пользовались, мне давали в долг. Вот, я пользовался, дети играли в приставку со звуком, тоже без звука не очень-то. Спасибо. Поэтому сегодня более не распаковка, а обзор такой вещицы. Она вот тут VGA-порт. Тут VGA-порт есть, выход аудио. Тут в комплекте шел вот такой проводок. Не знаю, мне не пригодится. Вот, сейчас будем проверять, работает фонарик или нет. Я вот включил монитор уже. На готове. Тут у меня все провода подключены. Ну вот, пожалуйста, я подключил. Сейчас. Подсоединил провода. Все довольно просто, обычно. Вот на экране появилась картинка. И играет. Ну, если можно сказать, музыка. Так, сейчас я настрою. Хочу еще показать коробочку. Здесь она. No name. Как обычно, никаких знаков познавательных нет, но то все расписано. Кстати, какие они бывают, видимо, тут еще есть данные. И вот здесь вот большое описание, что к чему. Вот, сейчас я покажу. Вот. Ну, как сказать, как настроил, так настроил. Ну вот и все. А что ты хочешь поиграть? Я? 60... 72. Ну, тут водораннер есть. Ой, нет! Ну, сейчас, сейчас я просто покажу для видео. В эту игру очень любит мама играть. Все работает. Видео качество лучше, чем в телевизоре. Так, убегаем. Вот такая игра. В принципе, я тут не игру показываю, а именно этот адаптер. Умираем. Все. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рекомендую эту вещицу.